Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Юрьевич, обычно бюджет обсуждают публично, да, соответственно, может ли житель Владимирской области прийти и поучаствовать в этом обсуждении, допустимо ли это? Конечно, да. Бюджетный кодекс предписывает нам, чтобы бюджетный процесс проходил публично и открыто. Мы в Владимирской области полностью придерживаемся этого правила. Буквально недавно у нас прошли публичные слушания областного бюджета. Публичные слушания проходили на какой площадке? Это проходило на базе законодательного собрания Владимирской области. Мы организовали это обсуждение. И работа над материалами, которые в ходе этого были выработаны, также будет проходить в профильных комитетах ЗАГС собрания. Что касаемо вот именно предложений, которые поступают от общественности, от активистов, вот были какие-то рациональные, которые вы брали за основу? Да, вы знаете, вот сейчас в проработке вопрос о финансировании пожарных частей и работы по борьбе с пожарами на территориях муниципальных образований. Для муниципальных бюджетов очень тяжело содержать такие части, а сами понимаете, вопрос это очень серьезный. Вот этот вопрос мы сейчас взяли в проработку и будем стараться здесь помочь муниципалитетам. А что касаемо долга, который на сегодняшний день есть у Владимирской области перед государством? Вы знаете, в плане государственного долга могу сказать, что Владимирская область выглядит значительно лучше других регионов ЦФО. У нас с вами очень небольшой государственный долг и на каждого конкретного жителя, и нагрузка на бюджет минимальна здесь. Предел государственного долга установлен на 2019 год порядка 7 миллиардов рублей. В рамках всего бюджета это небольшие деньги. Мало того, на сегодняшний момент эта цифра гораздо ниже предельно допустимой планки. Что касается муниципалитетов, их любимая, знаете, песня такая: замените нам, пожалуйста, коммерческие дорогие кредиты дешевыми бюджетными кредитами. Ну и действительно, проценты, которые они платят в банке, довольно высокие. Это как вот, если вы знаете, семейный бюджет имеется и не хватает. Либо берут в, например, микрокредитных организациях под высокие проценты эти деньги, либо у родителей. У богатых родственников, те, которые могут дать. И тут можно обойтись не процентами, а просто бутылочкой коньяка. Вот такая бутылочка коньяка – это ставочка 0,1% для того, чтобы муниципалитеты могли пользоваться вот такими кредитами. В нашей области в 2019 году еще больше коммерческих кредитов будет заменено именно бюджетными кредитами. Таким образом, муниципалитеты не будут тратить большие деньги из своих нищих фактически бюджетов зачастую на оплату их коммерческим банкам. Что касаемо налогов, потому что, ну, ни для кого не секрет, основная, да, наполняемость бюджета – это налоги. Есть ли какие-то моменты, да, вот в этом вопросе, чтобы именно налоги оставались во Владимирской области, а не уходили в федеральный центр? Ну, соответственно, из-за этого будет бюджет, опять же, пополняться. Вы знаете, да, налоговые и неналоговые доходы – это, в общем-то, основные источники пополнения областного бюджета. И здесь я вижу, что новый губернатор, его команда активно работают по привлечению в область новых инвесторов. Это очень важная работа, совершенно правильно, что с этого они начинают. Тем не менее, я бы хотел также рекомендовать и губернатору, и его команде обратить внимание на те предприятия, которые фактически уже работают в нашей области, но зарегистрированы в других регионах. А значит, налог на прибыль они платят там. Наверняка ушли-то предприятия, точнее, работают фактически в Владимирской области, а зарегистрированы в Нижегородской, Костромской, да, или Ярославской по соседству, наверное, не от хорошей жизни. Может быть, тогда им какие-то преференции сделать. Да? Вы знаете, причины, почему предприятия зарегистрированы в одном регионе, а работают у нас, разные. Но вот сейчас, когда и руководство Федеральной налоговой службы в регионе сменилось, и губернатор сменился, и команда, и политическая обстановка, вот я считаю, доказать инвесторам, доказать собственникам предприятий и лицам, принимающих решения об этом, то, что в нашей области выгодно регистрировать предприятие и вести работу, думаю, что такая возможность есть, и ее надо использовать обязательно. Михаил Юрьевич, на ваш взгляд, каким образом сегодня можно наполнять муниципальные бюджеты, в этом отношении какие законопроекты? Проекты уже приняты, а какие сейчас в разработке? В этом направлении мы приняли ряд законопроектов. Налог на добычу полезных ископаемых общераспространенного типа – песок, щебень, торф, глина, некоторые другие. Вот налог от них теперь будет зачисляться в местные бюджеты по месту нахождения места рождения. А раньше? А раньше весь этот налог уходил в областной бюджет.
Теперь муниципалитеты смогут, и, я надеюсь, будут, лучше отслеживать то, сколько именно налога должно быть взыскано на их территории, потому что это будет поступать в их бюджет. Они смогут распоряжаться их по собственному усмотрению. С какого числа? Это будет с 1 января 2019 года. И еще один законопроект, который предполагает зачисление налогов от акцизов от производства слабоалкогольных напитков, таких как сидр, пуаре, медовуха, прямиком в местные бюджеты. Очень сильно от этого должен выиграть город Суздаль, город Лакинск. И вот это поможет местным властям решать свои задачи в большем объеме.